хочется обратиться к одесситам, особенно к родителям, у которых дети в этом году в выпускных классах, а заботятся о своевременной паспортизации детей. Дело в том, что сроки паспортизации впервые в Украине с 16 года изменены. Акцентируем внимание, паспорт впервые выдается не с 16 лет, а с 14 лет. Поэтому все одесситы, которые заканчивают школы и которые планируют поступать в учебные заведения, где требуются результаты внешней независимой оценки, должны иметь паспорт гражданина Украины. В настоящее время этот паспорт в форме ID-карты, поэтому нужно обязательно, если ребенку уже исполнилось 14 лет, позвонить на колл-центр центра предоставления админуслуг по телефонам 1535 или 75 пятерок и записать ребенка на прием, получить полную консультацию относительно перечня документов, необходимых для оформления. И очень большая просьба озаботиться этим уже сейчас, потому что чем ближе дата окончания регистрации на внешне независимое оценивание, тем выше будет ажиотаж по изготовлению паспортов, и соответственно у нас может сложиться ситуация, как в прошлые годы, когда наша пропускная способность не будет позволять принять детей в установленные сроки. Поэтому мы настойчиво обращаемся к родителям, чтобы родители позаботились своевременно, чтобы дети обратились за получением паспорта. С 14 до 16 лет ребенок, например, сменить место жительства, он, во-первых, пишет заявление на снятие с регистрации, регистрацию места проживания самостоятельно, и может с 14 до 16 менять место жительства без ID-карты на основании свидетельства о рождении. Но учитывая, что в любой момент может понадобиться в любой орган, где будет какой-то внутренний или ведомственный нормативно-правовой акт, который требует паспорт, мы настойчиво рекомендуем родителям обратиться и изготовить для детей паспорт в форме ID-карты. Более того, это для детей бесплатно. Паспорт в форме ID-карты, который изготавливается при достижении 14, 15, 16 лет, изготавливается бесплатно. Для детей, при изготовлении паспорта впервые, то есть первого паспорта в жизни, нет сокращенных сроков, только 20 рабочих дней. Поэтому, чтобы потом у родителей не было истерики, что через неделю, через там, 2 недели заканчивается регистрация на ЗНО, мы эту ситуацию исправить не сможем. Поэтому мы настойчиво обращаемся к родителям привести детей, подать документы на получение паспорта.